Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Данж Мира М. Заброшенный золотой рудник. Я два раза сходил, один раз неудачно. Записываю это видео, просто отметить, что вроде такой РБ. Тут получается, вам дается время на прохождение данжа. Вам сначала надо убить определенное количество мобов, потом вы доходите до босса, и на автомате у босса не постоишь. Потому что первый раз, когда я проходил с ребятами, то получается у нас... Они, наверное, не понимали, как его проходить. Тут один миличник, и все остальные, получаются дальники. И у этого босса он плюется зеленой такой жижей, которая забирает очень быстро хп. У него с левой руки... Он на дальника сагрится, он выпускает такие цепи. Меня порадовал этот данжик, хоть он легкий относительно. Тут на нагрузки сильной нет, но вы все пишете, это донатное говно, зачем ты его обозреваешь? Ребят, пока мне будет интересно, как бы по Lineage 2 Mobile уже как бы поднадоел и тоже там ничего нового не вводят, то хочется поиграть что-то другое, не только в Lineage 2 Mobile. ММО однодневка. Я уверен, что я забью через неделю, даже может раньше, но пока мне нравится, я буду играть.